школы готовы принять учеников. В рамках выездного совещания по готовности учреждений образования делегация горсовета сделала вывод. В преддверии нового учебного года готовность школ стопроцентная. Выездное совещание по готовности объектов Департамента образования прошло по поручению городского головы Александра Сина. Сегодня проблем как с завершением ремонтов, так и с обеспечением технической базой нет. Все школы прошли проверку на готовность. Завершені ремонтні роботи в школах, чи косметичні, чи капітальні ремонти, чи поточні ремонти проведені в всіх районах міста, проведено огляди щодо готовності навчальних закладів міста до нового навчального року, обов'язково за участю санітарних служб міста і за допомогою пожежних служб для того, щоб був зроблений висновок, підписаний акт, що школа готова прийняти дітей і створити їм умови, які відповідають нормативам. В департаменті образования отмечають, некоторые школы справились с подготовкой материально-технической базы еще месяц назад. К примеру, 8-я гимназия была в полной готовности еще 1 августа. Здесь, по словам директора, ежегодно, кроме поточного ремонта, определяется участок для капитального. В этом году отремонтировали, в том числе и силами родителей, спортивный зал. Гимназия готова на 100%. Готова в том плане, что мы в свое время начали, лет 8 назад, начали определять объекты, которые нам необходимы к следующему учебному году. И каждый год берем какой-то серьезный объект и полностью готовим его, капитально ремонтируем, готовим к новому учебному году. Школа уже была готова 1 августа этого года. Всего в городе 119 школ коммунальной формы собственности. На капитальный ремонт в этом году из бюджета было выделено 3 800 000 гривен.